кто такой полицейский? Полицейский, он может ловить преступников, еще он может стоять на дороге. Это человек, который охраняет город. Человек, который спасает от грабителей и следит, чтобы не было аварий. Полицейский – это такой человек, который ловит преступников. Стоит очень важно, и у него есть машина, которой он на ней ездит. Если он увидел бандита, то сядет в налучники, и потом в лес, забыла, как называется. Который защищает весь мир, исследует, что он преступник. Он занимается защищать от злодеев, чтобы следить за скоростью. Как выглядит полицейский? У него на фуражке звездочка, еще на костюме звездочка. Еще у него синяя форма. У него фуражка. И есть большой жезл. В нем одежда синим цветом, значок. Синий, один звездочка. В свою синюю одежду. Еще здесь у него значок. А еще что-нибудь есть у него? Да. Налучники, пистолет. Он выглядит в синей форме. Синие штаны, налучники и синяя футболка. Хочешь ли ты стать полицейским? Хотела. Потому что он спасает людей. Потому что он охраняет дома и еще дом. А почему? Потому что ловить преступников. Не хочу стать. А там ты хочешь стать? Я хочу работать, где есть кошки. Ну, я хочу лететь животным. Ветеринаром я хочу быть. Да. Хочу. А потому что защищает весь мир. Нет. Почему? Потому что я пока еще не привык, конечно. А кем ты хочешь стать? Я хочу стать, помогать бабушке с дедушкой, маме и папе. И своей бабушке Вере.